Весенний праздник Сороки – древняя славянская традиция. В этот день обычно проводят обряды и ритуалы, которые связаны с приходом весны. Согласно поверью, первые перелетные птицы приносят с собой весеннее тепло и открывают путь всем остальным пернатым, которые зимовали в других краях. По-своему, этот праздник провели в Десногорском краеведческом музее. Благодаря фольклорному музыкальному коллективу под руководством Владимира Платонова вечер получился не только познавательным, но и веселым. Детям рассказали о забытых славянских инструментах. Смоленский рожок, трещотка, гусли и разнообразные свистульки были настоящим открытием для юных посетителей. Ребятам и самим удалось поиграть на некоторых инструментах и спеть народные песни. Также девчонки и мальчишки попытались поймать жавуру – фольклорное существо, олицетворяющее весну. Завершился вечер угощением и, конечно, довольными улыбками всех участников вечера. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.